Горлют, говорили, ломал их деревья, да? Вон, видишь? Ну, он раньше шел, ты вон, лед-то где, по Старый, центральной да? улице. Там и здесь деревья, конечно, все ломались. И их и не было деревьев-то. Да, давно такого ледохода не было. Ты такой не видишь? Нет? Ни разу, никогда. А раньше был такой густой лед, даже по льду перебирались мужики на ту сторону. Походящим, да. Ловили бревна какие-то, дядь Толь, помню, Прельков, на челну. Ну, она рассказывала всем. Она ушла. Да. И он говорит, на челну раз бревно причали, тот что только не плыл, а он вот отстоял и смотрел на берегу. А теперь нас, дядь Коль. Не-не. Вас не сейчас. Более не надо. Надо. Ну там вставайте, я вас сфотографирую.